Начальнику управления МВД России по Приморскому краю Александру Табакаеву присвоено очередное специальное звание – генерал-лейтенант полиции. Такое решение принял президент Российской Федерации в благодарность за компетентность и профессионализм в решении задач по охране общественного порядка, защите интересов государства и общества. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с присвоением специальных званий. Благодарю за службу, благодарю вас за достигнутые результаты. Также хотел бы поздравить с этим радостным и без преувеличения судьбоносным событием ваших родных, близких. Им по праву принадлежит важная роль в заслугах каждого из вас, и есть все основания гордиться вашими успехами. Среди основных задач сотрудников Приморской полиции – охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, противодействие IT-преступности и наркоугрозе, соблюдение миграционного законодательства. Большое внимание уделяется общественной безопасности во время проведения крупных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий федерального и международного уровня. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.